Я вам одно могу сказать, что сегодня почти весь банковский сектор Молдовы – это МММ. Что я имею в виду под МММ? Сегодня, к сожалению, украдены деньги практически из всех банков в республике. Есть банка де экономии, но есть и нечего банный конт. Шину на моем банке де экономии, где часто есть алт субъект, а кум, но есть и ворба на моей досуте до узизди миллион делей. Есть и ворба де чека сын фурат, сто с бани, персвани вор физичи, кари сын на чести банч. Я кума факт тут посибил, кас цисов контрол ситуации пына на леджерли ген туанна. На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы. Все компании проданы незнакомым лицам из Украины, а именно из Луганска, где у нас проходят боевые действия.